греховами. Едину чистую и непорочную Деву, Бога без себя не ручная, воли спастися душа. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И воинов, да веру и отечество на поле брани, живот свой положивших. Вселенных праведных, чиних медик, Абрамову покой, да справедливый священ. А нас помилует и спасет, как благ и человека любит. Потому что война — это самое тяжелое, что может быть в истории человечества, и самое ненужное. Вот, любовь и понимание, взаимопонимание должно царить между людьми. Вот, и тем самым человечество должно исполнить главные заповеди, заповеди Христовых, заповеди любви. И к Богу своему, и к своему ближнему. Дай Бог всем здоровья, вам Бог. Спасибо, Господи. Спасибо, спасибо. Что, пойдем? Все. Поехали.